Всем привет, друзья! С вами Аркадий Сафаров и канал «Ехать в США». И политика – это последняя вещь, о которой я стараюсь говорить на канале, но очень много сконцентрировано сейчас. Блогеры очень много говорят о принятом законе Трампа, то, чтобы отменить лотерею «Грин Карт» ежегодную. Президент США хочет отменить визовую лотерею. Соединенные Штаты ежегодно выдают 140 тысяч рабочих виз. Так было годами. Но Дональд Трамп теперь намерен все это поломать. Новый законопроект. Въезд в страну запретят мигрантам без средств к существованию и тем, кто не владеет английским. Мы отдадим предпочтение тем, кто владеет языком, финансово обеспечивает себя и свою семью и обладает навыками, необходимыми нашей экономике. Прибывших Трамп намерен лишить пособий, никакой социальной помощи. Еще предлагает ввести систему баллов. Доберешь до нужного результата, значит, и рабочую визу не получишь. И еще одно предложение президента Трампа – отменить столь популярную визовую лотерею. Сегодня я хочу развеять все стереотипы, все ваши вопросы, постараться ответить на них в этом видео. Итак, что мы имеем? Предложенный закон Трампом, который в Сенате у нас на стороне республиканцев, чтобы отменить лотерею Green Card. Стоит ли ждать отмены лотереи Green Card в ближайшем октябре? Нет, не стоит. Это очередной шанс участвовать. Почему не стоит? Потому что для подписи данного законодательного проекта нужны около 60 голосов Сената. А поскольку республиканцы, то есть те, кто на стороне Трампа, а некоторые, кстати, уже против этого проекта, имеют не все 60, а от демократов очень сложно добиться тех самых нескольких голосов, то в ближайший год точно не стоит этого ожидать. Насчет будущих годов еще никто не знает, и никто из блогеров вам не ответит на вопрос, что нужно ждать в 2018, 2019, 2020. И так далее годах. Если кратко добавить, что принял Трамп в рассмотрение, он хочет точно так же, примерно как в Канаде или в Австралии, Новой Зеландии, сделать визы иммиграционные по квалификации. То есть, если вы в составленный, предложенный им лист специальностей, например, это высокие специальности, такие как IT-технологии, другие, которые предложат правительстве, попадете, если вы хорошо выучились, если вы имеете, скажем, высшее образование или среднее высшее образование, то вы квалифицированы на то, чтобы легально переехать в США. С новым законом вы не сможете первые 5 лет использовать бенефиты страны. Бенефиты – это, то есть, пособия денежные, в том числе пособия по здоровью, такие как бесплатная медицинская страховка. Но самое интересное и самое непонятное – это два пункта. Пункт номер один. Трамп предложил разобраться с легальной лотереей Green Card, еще не разобравшись с нелегалами в этой стране. В этой стране очень много приезжающих рабочих иммигрантов, нелегальных. Стоит сначала разобраться в этой нелегальщине, а потом уже приступать к отмене легальной лотереи, которая пока что очень мало работает против страны. Как она может вообще плохо работать? Только тем, что все подряд едут, то есть неквалифицированные, даже те, кто не хочет, выигрывают. Вот в том числе из моих друзей кто-то сейчас выиграл. Там не было, скажем, 3000 долларов, чтобы перевести семью, чтобы испытать шанс. Потому что когда вы выигрываете, это примерно 50%. Это еще не 100% результат, что вы выиграли грин-карту. Нужно еще интервью пройти в посольстве той или иной вашей страны, откуда вы сами. А, и второй момент, который непонятный, это то, что сократились места, сократилось количество вот этих самых приезжих профессионалов. Почему бы не сделать безлимитное количество заявок, количество возможных приезжих, если они высококвалифицированы? Если у тебя есть высокое образование, пожалуйста, приезжай. Неважно, 5 тебя человек, или миллион, или миллиард. Итак, возможно, в этом видео я не покрыл все до мелких деталей, но я хотя бы привел вам базис, какую-то основу. Кстати, я стараюсь не агитировать о переезду и иммиграции на своем канале, но раз уж я снимаю это видео, то хочу вам напомнить, чтобы вы поставили прямо сейчас, остановив на паузу это видео, поставили у себя в телефон на календарь на 1 октября то, что вы должны заполнить лотерею грин-карты. Ссылку я оставлю под этим видео на сайте заполнения. Это единственный легальный сайт. Сохраните эту ссылку в закладке. С вами Аркадий Сафаров, канал «Уехать в США». Всем привет из Квинса, Нью-Йорк. И я рад быть полезным, друзья. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы быть уведомленным о выходе моих будущих видео. Напишите в комментариях, чего я не дополнил. Возможно, я отвечу на ваши заданные вопросы. Всем удачи, всем пока. А, еще, кстати, вот у меня дрон появился, так что это еще один повод подписаться, потому что будут хорошие видео. Ну все, счастливо.